Никогда не признавал себя побежденным. Даже в те дни, когда его покидали лучшие ученики. Настойчивый тренер уже несколько лет готовил в своей лаборатории суперпару Марину Черкасову и Сергея Шахрая. Страшная девочка, ей не было и 13 лет, и партнер, года на 4 старше, исполняли на льду рекордные фигуры. Уникальная подкрутка в 4 оборота, и при этом невероятный темп. Параллельный тулуп в 3 оборота. Не фигуристы, акробаты. Пожалуй, Черкасова и Шахрай были идеальным воплощением давних замыслов Жука, его тренерским триумфом. После ухода Родниной и Зайцева они заняли их место, став чемпионами Европы в 79-м и мира в 80-м.